Ну и, соответственно, первые песни, когда я уже написал более серьезные песни, я понял, что я хочу их записать. И мне нужны были очень деньги для того, чтобы записать эти песни, потому что у меня как-то сформировалась какая-то группа, я даже не помню, как она называлась. И я думал, где взять деньги, потому что, ну или продюсер, но о продюсере я даже тогда не думал. Я просто пошел работать кроликом Квики, мне выдали огромный костюм кролика, мне в нем было дико жарко. Я ездил по школам, развлекал детей. И на заработанные первые деньги я пошел в Донецкую студию, записал песню с ребятами. И потом ее взяли на какую-то донецкую радиостанцию, и мы самостоятельно звонили, чтобы услышать себя по радио. Но это было очень прикольно.